обычно при входе видели с левой стороны две есть емкости. Вот эти емкости оборудованы полугайками. На летний период они используются для полива, соответственно, они набирают у них воду. И пожарные в летний период только могут использовать эти емкости для нужд пожаротушения. Это садовое товарищество в районе Кордона. Недалеко река Дема, где пожарные машины могли бы заправляться водой. Но там нет подъездных путей. Машина «Урал» весит около 16 тонн, сами понимаете. Если она туда съедет, она может просто или застрять, или оттуда она просто не выйдет. При этом большая часть пожаров происходит в частном жилом секторе. В связи с этим в апреле-мае проходят внеплановые проверки садов, детских оздоровительных лагерей и населенных пунктов, которые граничат с лесом. На сегодня у нас не зарегистрировано лесных пожаров в 2014 году. Всего с начала пожароопасного периода в 2013 году было зарегистрировано 67 природных пожаров. Количество природных пожаров снизилось на 71%, то есть или в количестве на 164 пожара. Наиболее горимые районы – Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Зилаирский, Шимбайский, Кугарчинский, Учелинский и Хайбулинский районы. Поэтому к ним, конечно же, наиболее пристальное внимание. У вас старая русская? Да. Да. На 17 апреля у нас зарегистрировано 1074 пожара. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение на 31 случай. Погибло 116 человек, снижение на 13 человек, травмировано 93 человека. 81 человек из погибших на момент пожара находились в состоянии алкогольного опьянения. 54 человека на момент гибели находились в состоянии сна. Считаем, что мы этот сезон не допустим каких-то ЧП, которые могут повлиять на безопасность, здоровье, но тем более жизни наших граждан.